Всем добрый вечер. И вам не кажется? Сегодня пирожки От папы. От папы. Тесто. Заварного. А что, заварное делал? Ты какой заварный? А с чем пирожки, хоть скажи? Сюрприз! Сюрприз, да? Я попал. Нет, а пол не надо. Почему? Я тогда не так сказала, я оговорилась. Честно, если бы вы не сказали, я бы не заметила. Вот такой у меня муж хороший. Да, только никто не вынесет. Да ладно, так что ты наговариваешь? Пойду я вот в риски, топлюся в глубокой. Ой. Илюша пока с Настей, да. Но это ненадолго. Они там мультик смотрят. Сейчас же прибегит. А что за варенье какое? Груша или яблоко? Ты хоть пирожки, если сделаешь, ложи в разные тарочки. А то все в одну и сиди, думаешь, с чем ты кушаешь. Ну, это с вареньем, а там еще будет с маком, да? Сисмаком. Сисмаком. Вот видите, как ловко. Да. Получается. Рука натренирована. А то. Детей делаем, а это. Ну ты как ляпнешь. Детей. Нашел с чем сравнить. Ну так какие детей? Ну это да. Да, плохо, что прямой эфир вести нельзя. Да. Да, забанили, гады. Ну, тоже. Могли бы просто предупреждение сделать, да, откуда я знаю, что можно, что нет. Не, ну серьезно, варенье яблоко или груша? Собственного приготовления. Это ясно, что собственно. Ну, не признается, ладно. Написано томатная паста. Так, девочки, учимся. Да. Учимся. Да, ляпс. Мастер-шеф Виктор Васильевич учит. О, как ловко получается. Так. Чтобы тесто не легло. Ручки смажем маслом. Да, когда ж у нас там печка стоять будет? Наверное, Витя, откроем твой канал. Да. Кулинарный. Да. Будем зарабатывать на нем и заработаем на печку. Да. И зачем тебе та работа? Да не говори. Самое главное тут стоит Илюшина бутылка. К нам присоединилась дочь. Не надо. Надо, надо. Не надо. Подсказывает папе, как и шо.
Я сама этого ничего не умею, что ему подсказывать. Так учись. Помыла руки, встала и вперед. Да. Вот самый главный идет к нам. Пришел. Ваня, двери закрой. Холодно ж оттуда идет. Тут тепло как-то в кухне уже нагрелось. Да, папа? Куда? Да пусть бегает. Синяком, чтобы еще один синяк набить. Весело, да? Спать хотим. Иди ко мне на ручки, иди. К маме. Да, я... Скажи, папа, дай. И я помогу, дай. Вот так. Вот, умница. Вот, Витя, у него руки чистые, не переживай, только мыло. Он помогает папе. Да. Вот так. Приляпал. Нет, мы сегодня пол не ляпаем, Настя. Что, туда ложить надо, да, пирожки? Нет, нельзя трогать, это еще не готовые. Да. Скажи, папа, дай кусочек теста. Дай, скажи. Для как заглядывает. И я стукну. Ну, конечно, без Илюшиной руки пирожки вкусные не будут. Вот так. Илюша, ты папе помогаешь? Убирай Сосю. Кто с соской готовит? Вот молодец. Да. Вот так ты сделал, да? Да, я ляпну. Баеньки хочет. На языке у него тут, на кончике языка ветрянка. Ты что делал? Не понял, скажи, что-то не так, да? Нет, все так, это ж... Я не Думаю, что там папа делает? Что он там делает? Он яйцо взбивает. Будем сейчас смазать пирожки. Да. Вот так Илюша делал пирожки. Вот так аккуратно мажем. Не ляпаем по всему листу. О, молодец. Что? Когда будет 100 подписчиков, праздновать будем? Ага, жди, когда они там будут. Но у меня уже 63. Папа, ты прославился и все. Илюнь, ты помощник? Помазали и в духовку. Вить, на сколько ты ставишь их? На полчаса? Да? Вить, ну сахарная пудра обычно после посыпают. И не так, там же есть ситочка маленькая. Давай, ты встанешь у плиты. Давай. А ты с Илюшей. Да, Илюнь? Сейчас я только возьмусь, он сразу полетит на руки. Царек наш. И в духовку. Духовка у нас. Желает лучшего. Но печет. Ей уже лет-лет до этой духовки. Что ему дал? Я кусочек теста ему дала. Это у нас готовится мак для пирожков, да?
Макс сварил. Папа в молоке. Теперь будет молоть блендером, перетирать сахаром. Настя, пусти Илюшу. Да, пирожки наши готовы. А где они? А вон папа достает. Пирожочки. Глянь, какие красивые. Пирожочки! Да, пирожочки. Папа молодец? Молодец. Мама, я буду катать. Нет, это не катать, это папа делал мак. Мак? Да. Будет с маком еще делать пирожки у нас. Я и люблю маком. Фу. Ну, а ты не любишь, мы любим. Илюша и любит. Илюша все любит. Видишь, повторяет за тобой. Фу, ну зачем? Не надо так говорить, Тём. Лянь, видишь, какой он. Фу. Папа, и я. Сейчас у нас пирожки будут со смаком. Да? Мама, давай, у меня бутылку, мокрые топлых. Руки. Мокрые? Да. Нет, надо с мылом мыть, хорошо, Тём. А где мыло? А, вон оно. Бери вот табуреточку, стави мой. Только рукава закати. Илюша у нас пишет. Мама, я аккуратно буду. Аккуратно будешь? Да. Ляпс? Да? Кружочки. Самый главный шеф-повар. Ой. Илюня, ты помогаешь папе, да? Илюша. И смывай хорошо. Я сказала, рукава закати, Тём. А я аккуратно, мам. Аккуратно? Ну смотри, аккуратно. Вон. А ну, папа, показывай, как делать с маком. Чего ты опять хнычешь, Илюня? Защипнули, залепили. Мама. Как это, Маша, да? Залипуха. Да ведь? Мама. Или как у нее получается? Я папе буду помогать. Ручкой нельзя, Илюш. А, я папе буду. Ну, возьми помогать. Один кусочек и помогай, только один. Да вот этот. Угу. Папа, я тебе буду помогать. Илья. На. А, он подавать будет. Помощников хоть отбавляй. Как ты не делаешь? А где майки? Кто? А где майки? Маленькие? Да. Не знаю. А меня папа поломал. Наверное. Вот я тебе ловлю. Папа такой серьезный. Да. Да я как тебе бы. Ловлю. Как бы. Да. Так тряпки красные, нет. Мама, а я не знаю, где майки с кусочками. Вот эта ручка, что я показывала. А тренажер. С тренажером очень удобная. Держать. Илюша у нас пишет. И пишет, и лепит все сразу, да, Илюш? Я хотела попка. Что ты хотел? Белочка. Квух, потом поесать. Только нос коснулся. Мама, я и могу. Что это не было? Что ты хочешь? Я хотел маленький кусочек. Ну возьми маленький кусочек теста. А где? Давай, помогу, иди сюда. Где? Давай. Это мой? Ну чуть-чуть я тебе отрежу, понял? Да. Вот так. На. Спасибо. Хватит? Да. 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 Кусочек. Все заняты. Да. Да? Му. Му. Ты чего? Разве можно? Илюша, буду ругать. Илья. Папа ему все позволяет. Сбил рога. Скажи, чтоб не мычал, да?
Ну, на этом будем заканчивать. Все, пока, видео. Подавайте. Пирожки вкусные. Все, да, пока уже пишет, машет. Пока-пока, скажи, да, Илюш? Да. Пока. О, это с маком? Да, это с маком будет. Мака уже с маком. Подавайте, без всякого нашего глагока. Да. Пачек 6. Надо бы. Да, Илюш. Что с маком? Откуда у вас мак? С пирожки со смаком будет. Да. С маком. Да. Все, всем пока, приятного аппетита, приятных просмотров. Подавай-ка, вы здесь оконяйся, пока-пока. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. А какой вкусный борщик папа сварил. Да? Сам не ем его. Какой наваристый. А ну покажи, достань Аполлоником вот так. О. Так, сейчас сядем кушать. Ой, какая вкуснятина. Борщик, пирожки. Обалдеть. Заходите в гости. На борщок и пирожки.